Вот так выглядит травка после разморозки. Это прошло минут, наверное, 15-20. Я не всегда даже жду, когда она полностью размерзается. Даю так. Это у нас бутоны козлобородника с семенами. Здесь есть и цветки клевера, и колосочки замороженные. Бонифаций уже пришел смотреть. И мы открываем сезон поедания своих запасов. Вернее, запасы мы уже начали кушать, наверное, недели две как. Потому что у нас резко похолодало и вся травка исчезла. Зелень у меня хранится вот в таких вот баночках. Это резаная зелень. Я показывала и рассказывала, когда заготавливала весной в начале лета. Она у меня резаная. Здесь и колоски, и бутоны, и листики. И сейчас будем насыпать. Я взяла мисочку и вилочку. Баночка кажется небольшой, но здесь очень плотно утрамбована зелень. Поэтому одной такой баночки хватает на целый месяц. Беру вилку и начинаю вот так вот зелень немножко набирать, скажем так, отколупывать. Это все происходит довольно-таки легко, потому что перед заготовкой я просушивала зелень от воды. Вот так выглядит замороженная зелень. Бонифаций кушает. Правда, нам нужно еще и ташкентию немножко наложить. Тоша тоже хочет кушать. Поэтому накладываем ташкентию чуть-чуть. Вот столько. Теперь они будут кушать. Кстати, такая зелень, вернее, такая мисочка зелени заменяет нам один стандартный прием чего-либо. Каши, пророста, корма. Это вот их ужин. И здесь вполне достаточно. Они сейчас повыбирают различные семена. Наедятся и будут уже готовиться спать. Яська кушает. И Ташкенти тоже кушает травку. Сейчас все это дело поразбрасывает. Будет искать то, что ему надо или не надо. Все равно выбросит все из миски. В продолжение поедания зелени сегодня сделала птицам салат из зелени, тертой свеклы, моркови, яблока и имбиря. Также положила сушеную черноплодную рябину и облепиху. И немножко присыпала это все семенами расторопши. И получилась вот такая вот красота. Это для Ташкентия вот такая вот мисочка а-ля пепельница и птичкам. Может показаться, что это очень много. На самом деле нет, потому что здесь есть вот такие вот колосочки, и птицы не едят колоски полностью, они выбирают там семена, которые есть. Поэтому не значит, что всю так зелень они должны съесть. Из козлобородника они возьмут вот здесь семена, съедят, и на этом все закончится. Бутончики могут покушать, то есть они не едят так, как козочки, полностью съедая, чтобы ничего не осталось. Одна мордень уже заглядывает. Ты пойдешь, красота? Пойдет. Вкусняхи кушать кто не любит? И подносик птичек поставим вот так. И Бонифаций сразу. Это, в принципе, их еда на сегодня. Они уже с утра получили сухой корм. Здесь фрукты, овощи, ягоды, зелень. Семена, как раз Боня выбирает колоска семена. И этого для них вполне достаточно. Возможно, вечером они и получат еще немного пророста. Вкусно, Яся. Яся любит разные бутоны. И сейчас кушает семена козлобородника. Очень вкусно, скажи, да?
Ну как от такого можно отказаться, Ясь? Никак. Здесь вот пивун. Слезай, Бонифаций. Давай. Пойдешь кушать? Давай, давай. Привет. Ты закрыл обзор. Боже, Боня, что случилось? Прием пищи под музыку, Яся.